Всем привет! Меня зовут Стахеев Александр, я основатель и собственник компании «Городище». Мы специализируемся на строительстве и проектировании банных комплексов и спа-отелей. И сейчас я покажу вам немного внутрянки. Пойдем! Мы находимся в нашем офисе в Екатеринбурге. Я познакомлю вас с командой и покажу, как устроен рабочий процесс. В каждом проекте мы соблюдаем стадийность проектирования. Всего 6 стадий. Мы называем их лодами. Лот 100 – это концептуальный проект, который делается параллельно с финансовой моделью. Лот 200 – это эскизный проект, который делается вместе с маркетингом. Лот 300 – это стадия П. Она нужна для согласований. На этой стадии мы готовы даже к каким-то изменениям, корректировкам, если то будет требовать всякие разрешительные органы. Лот 400 – это один из самых интересных разделов. В нем разрабатываются все инженерные и конструктивные решения. Лот 500 – мы сопровождаем объект полностью от закупов материалов до подбора подрядчиков и приемки всех работ. Лот 600 – это запуск объекта в эксплуатацию. То есть запуск CRM-ок, найм персонала и полностью написание всех скриптов для каждой должности. Передаю слово своему партнеру и главному архитектору компании Никите Качину, который расскажет вам о первых двух стадиях проектирования. Привет! В нашей реализации есть первая стадия проектирования лот 100, которая включает в себя концептуальный проект и предварительную финансовую модель. Данная стадия очень оперативно может показать клиенту объем инвестиций, срок окупаемости и, в принципе, концептуальную идею, что мы будем проектировать, на каком участке земли и насколько это адаптивно под данную целевую аудиторию и регион. Вторая стадия работы – это эскизный проект и маркетинг. На этой стадии мы уже работаем в BIM-моделировании, создаем информационную модель, которая включает в себя все параметры проекта, без детализации, естественно, подстройку. Мы уточняем все финансовые показатели на основании этой модели и запускаем работу маркетинг, опрос аудитории, запуск сайта для опроса и, естественно, что фотореалистичная визуализация, которая пойдет в дальнейшем во все этапы продвижения данного объекта. Именно так происходит реализация каждого нашего объекта. Наш инвестор получает комплексный подход, и только в этом случае можно гарантировать реально хороший проработанный результат.